Адаптивная физкультура и культурные мероприятия. В Зеленогорске разрабатывают индивидуальные маршруты реабилитации для детей с особенностями здоровья. Мой ребенок ходил в бассейн. То есть был тренер, который наблюдал, давал советы ребенку, как делать, что делать, соответственно, его диагнозу. Пешеходные зоны и современные спортивные площадки. В поселке Подтесово Енисейского района завершилось благоустройство придомовых территорий. Раньше у нас вообще ничего не было. Одни машины стояли. Больше мы ничего не видели. Вот. А сейчас какая красота. Окунулись в атмосферу Средневековья. В селе Субботино Шушенского района прошел межрегиональный фестиваль «Дикий лучник». Мероприятие обещает быть и дальше, и более интересным. Нельзя, чтобы такое вот где-то, не дай бог, прервалось, потому что это просто здорово. Тут народ приехал уже фактически с половины края. В поселке Подтесово Енисейского района завершились работы по благоустройству в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Ремонт провели в четырех дворах. Там положили новый асфальт, обустроили парковочные и пешеходные зоны, установили игровые комплексы, скамейки, урны, уличное освещение и спортивные площадки со специальным прорезиненным покрытием. К благоустройству своих придомовых территорий присоединились и местные жители, посадили цветы и покрасили заборы. Нам очень важно, как здесь проходили работы, какие есть проблемы. Как реализовался этот проект, с чем сталкиваемся, с какими проблемами. Хочу поблагодарить всех жителей, кто принял участие за активную жизненную позицию, и пожелать вам хорошей жизни, благоустроенной в этот двор. Всего самого доброго. Главными героями церемонии открытия стали, конечно же, жители поселка. Благоустройством своих придомовых территорий остались довольны. Особенно вот эта вот площадочка спортивная, которую сейчас поставили. У нас дети, представляете, даже с отдаленных улиц прибегают сюда, играют. И пока погода позволяет, с раннего утра до позднего вечера качаются, катаются. Вот такой наш двор красивый. Поселок Подтесово первым в Енисейском районе вошел в федеральную программу. Всего на благоустройство четырех дворов было потрачено 5 миллионов рублей. Ходили на концерты, давали возможность нам сходить в цирк. Собирались кучкой, дети сидели, все организовано. Мамы, папы в это время, если дитё контактно, оно может побыть одно. То есть рядышком где-то были в досягаемости, а дитё радовалось жизни вместе с другими. Юлия Петухова – мама второклассника Саши. Мальчик учится в общеобразовательной школе, где созданы уникальные, по словам Юлии, условия обучения. Ребенка постоянно сопровождает тьютор. В специальной комнате школьник может отдохнуть и снова вернуться к занятиям. Разработанный для Саши индивидуальный маршрут реабилитации информируют о возможностях совершенно бесплатно и полезно, не нарушая медицинских рекомендаций, проводить и свободное время. Мы ходили в «Нептун». Мой ребенок ходил на лечебную физкультуру, адаптивную точнее. Мой ребенок ходил в бассейн. То есть был тренер, который наблюдал, давал советы ребенку, как делать, что делать, соответственно, его диагнозу. Мы очень много посещали общественных каких-то мероприятий, концерты, спектакли. То есть вот где он мог присутствовать, он присутствовал. То есть если он утомлялся и не мог, ну, например, слушать музыку, кто как поет, ну, мы разворачивались, ходили. Нас никто за это не ругал, что типа того, что вот мы вам выбили билетик, а ваше дитё не смогло смотреть. Нет, все было очень доброжелательно. Впервые в этом году комиссия по организации межведомственного взаимодействия по реабилитации или абилитации детей-инвалидов работает консолидированно. Представители разных сфер общаются с родителями адресно, учитывая особенности здоровья каждого ребенка. Медицинское сопровождение, меры социальной поддержки, групповые и индивидуальные занятия в центре семьи Зеленогорский, бассейн, физкультура, городские культурные и спортивные мероприятия. Последовательно представители разных сфер рассказывают родителям, чем могут помочь ребенку. О некоторых возможностях мамы узнают впервые. Да, у нас путевки в санаторий Тесь Минусинского района и в Жарки. Ребенок у вас взросленький, значит, но тем не менее для ребенка-инвалида возможна путевка и с сопровождающим лицом. И компенсация проезда к месту реабилитации, к месту обследования и к месту, значит, проведения медико-социальной экспертизы, возможно. Главное, значит, вам теперь перечень документов, видимо, вам уже выдали, но мы сегодня продублируем, в принципе, его. Обращайтесь, по возможности нужно все как бы оформлять. По данным Управления социальной защиты населения, сегодня на учете числится более 190 детей с особенностями здоровья. Маршрут сопровождения готовы разработать для каждого. На комиссию родители приглашают с согласия и после подачи заявления.
Красноярском крае зарегистрировано 3 новых лесных пожара. Сейчас их общее число 50 очагов возгорания на площади 73,5 гектаров. Огонь бушевал в Богучанском, Дзержинском, Сухобузимском, Эвенкийском и Северо-Енисейском районах. В региональном министерстве лесного хозяйства отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. С приходом дождей ситуация намного улучшилась. Однако в крае продолжает действовать режим ЧС. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В Красноярском крае стартовала акция «Новые рубежи». Ее цель – оказать помощь в трудоустройстве студентам и выпускникам вузов. До 1 ноября в центре занятости своего города или поселка молодые люди смогут на месте ознакомиться с условиями труда и пообщаться с работодателями. В этом году о своих вакансиях заявят около 200 предприятий. На сегодняшний день требуются специалисты в области строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также здравоохранения и образования. В школах края появились новые пособия. Среди привычных букварей и книг есть и необычные комплекты. Например, по шахматам, экологии, финансовой грамотности и физической культуре. Причем в последних даже есть глава «Катание на сноуборде». Дети с проблемами зрения получат материалы, отпечатанные особо крупным шрифтом. Ребятам с задержкой умственного развития приготовлена особая программа, которая поможет им освоить прикладные профессии. Для этого выпущены учебники по сельскому хозяйству. Они расскажут об уходе за цветами, посадке картофеля, картофеля и разведении кроликов. В селе Субботино Шушенского района прошел межрегиональный фестиваль «Дикий лучник». На него съехались участники разных возрастов и профессий со всего юга Сибири. Лучники, согласно своему опыту, разделились на команды, нанесли боевую раскраску и отправились по маршруту. Организаторы приготовили мишени, максимально приближенные к профессиональным. Всего 8 целей и 2 выстрела у каждого участника. Побеждает тот, кто наберет в сумме большее количество баллов. На фестивале любой желающий мог приобрести для себя лук и экипировку, изготовленную мастерами Абаканского военно-исторического клуба. Волонтер Александр приехал помочь в организации праздника, но заинтересовался диковинным оружием и теперь собирается обзавестись новым хобби. Я впервые и правда увидел луки, именно что вот хорошие луки, а не такие, которые могли сделать в детстве. Я пострелял из лука, мне очень это понравилось. В дальнейшем я собираюсь позаниматься стрельбой из лука. Начинающим лучникам фестиваль нужен в первую очередь для состязательного момента – приобретения нового опыта. Стрелки, за плечами которых не одно соревнование, ценят в мероприятии прежде всего общение и профессиональные знакомства. Мы здесь делимся опытом. Какие-то новые в технике стрельбы узнаем вещи, где-то друг другу подсказываем. Плюсом здесь вот в том числе присутствует вот мастер из Красноярска, Куприянов. Ему тоже, это, например, пообщаться со многими стрелками, потому что любой мастер, он не стреляет столько, сколько стреляет стрелок. Отзывы о его луках, что бы хотели стрелки. Ну, то есть вот нам это надо. Мероприятие обещает быть и дальше, и более интересным. Нельзя, чтобы такое вот где-то, не дай бог, прервалось, потому что это просто здорово. Тут народ приехал уже фактически с половины края. Вот, я считаю так. По итогам состязания лучшим стрелком в группе профессионалов стал Эдуард Михайлов, а среди новичков первое место досталось субботинскому школьнику, участнику клуба «Лукоморье» Антону Васильченко. С каждым разом интерес к традиционной стрельбе из лука охватывает все большее количество местных жителей. А профессионалы из соседних территорий готовы и дальше оказывать посильную помощь в организации этого праздника. В поселке Чунаяр Богучанского района прошел праздник пирога. Настоящей изюминкой фестиваля стали импровизированные подворья сельских поселений. Здесь каждый желающий мог продегустировать национальные блюда, познакомиться с работами народных умельцев и с колоритом той или иной нации. 5 национальных подворий представили узбеки, таджики, русские, киргизы и чуваши. Вот мы, чуваши, да, допустим, мы, можно сказать, и не знали, кто. А когда объявили такой конкурс, мы начали друг друга искать. А кто же здесь чуваши, да? То есть, как бы, и вот это вот народ сплотило, да, то есть мы вот вместе, все дружненько. Хотя нас очень мало. На одной из площадок можно было продегустировать угощения, которые приготовили опытные мастерицы со всего района по особому секретному рецепту для конкурса «Национальный пирог». Самый вкусный и красивый получился у жительницы поселка Манзи Анны Великой. Дорогим гостем на национальном празднике стал коллектив ансамбля «Ангарские напевы». Значит, старинные игры, старинные танцы.
вот этим мы завлекали людей, детей, и с ними танцевали, потому что все это упущено, все это забыто, а народ, оказывается, очень с удовольствием это делает, танцует и принимает все, что мы просим их. Песни, танцы, вкусные угощения и душевная атмосфера – вот они, составляющие отличного празднования дружбы народов. Местные жители договорились, что теперь будут проводить праздник пирога как можно чаще. Один из самых главных дней в жизни Ивана и Альфии. На глазах слезы счастья, руки дрожат от волнения. Теперь у них одна задача на двоих – сплоченная идти рука об руку по жизни, строя вместе семейный храм любви. Искра их истории зажглась 4 года назад. Молодые люди занимались спортом в клубе по месту жительства «Твой мир» в поселке Строителей. В футбольном поле произошло. То есть играли в футбол, и мячик случайным образом попал мне под ноги, когда она бегала. Ну, это как-то с этого момента, то есть, закрутилось. Ну, и со взгляда, все, и пошло-поехало, соответственно. Клуб «Твой мир» давно перестал быть просто спортивным. Это клуб единомышленников. Здесь собираются, пьют чай, обсуждают новости. В такой дружеской обстановке и возникают романтические отношения. Семья Маковозовых уже не первая, чьи чувства зародились в стенах клуба. Таких в истории «Твоего мира» как минимум 6. Ребята знакомятся, женятся. Кто приходит в зал уже с ребятишками маленькими, ведь отрадно, что первые свои шаги дети делают по именно спортивному залу. Неудивительно, что первое место, которое молодожены решили посетить после ЗАГСа, это как раз клуб «Твой мир», где впервые встретились их взгляды. Еще выше подними, еще выше. Я такой, опа. И все. На заметку одиноким назаровцам. Попробуйте воспользоваться волшебной атмосферой клуба. Возможно, и вам повезет встретить свою половинку.